Строительные работы в Веденской школе на финальной стадии. На объекте доделывают фасад и кровлю, красят стены и заканчивают замену внутренних коммуникаций. Глава муниципалитета Андрей Иванов вместе с педагогическим коллективом проверил ход реконструкции образовательного учреждения в Звенигороде. Поставщики уже стали привозить, то есть у нас привезли посуду, у нас привозят кухонное все оборудование, для пищеблока. Привезли уже шкафы, парты, столы, вот тоже должны, ну, крайний срок у нас до 28 августа. Изменения коснутся и территории вокруг школы. Здесь появятся новые деревянные лавочки, пешеходные тропинки и будет проведено озеленение. На данный момент общая строительная готовность школы составляет 80%. Третий и второй этаж уже практически готовы. Осталась чистовая отделка и двери. А первый этаж заканчиваются плиточные работы, входная группа. Ну и, в принципе, мы планируем 1 сентября начинать здесь. 1 сентября благоустроят и парковку, а в течение месяца на территории Веденской школы сделают внутренний двор, где появятся современные зоны отдыха, игровая площадка и амфитеатр для проведения лекций. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».